ані дня без бою, або активіст, він і в АТО-активіст. Сьогодні наші гості – представники відомого громадського руху «Зов закону» – В'ячеслав Поїзник і Олександр Слободянюк. В'ячеслав зараз військовий у відпустці, скоро повертається в зону АТО. Олександр – резидент ЗОВу в Дніпропетровську. Тема, яку зовівці не полишають без уваги – дотримання правил дорожнього руху всіма учасниками цього процесу. Зокрема, тиждень тому ЗОВ проїхався місцями, де не можна паркуватися, і знайшов чимало порушень. Не просто констатували факти, а й викликали патрульну поліцію. Добрий вечір. Здравствуйте. Ну, хотілося б для начала понять, молоді люди, ви з нової поліції, ви проти неї, или же все-таки у вас є якесь особливе мнение? Ну, смотрите, ми як за нову поліцію, да, вони, собственно, поки показують, що вони можуть, і вони поки працюють. Є, звісно, к ним якісь замечання, можна сказати, не сильно существенні, собственно, є, але їхні хороші діла пока перевешивают плохие, скажем так, да, эти недочеты. Поэтому как бы нам это пока нравится. То есть вы готовы не просто тыкать носом за какие-то недоработки, неясности, а именно помогать, насколько я понимаю. Ну, если да, то давайте говорить о конкретных делах. Ну, собственно, помогать, да. Вот у нас была как раз, что мы эту акцию проводили, мы очень давно занимались вопросом так называемой парковки на улице Красной, это возле здания бывшего обл. МВД, сейчас обл. Полиции. Они там сотрудники милиции сделали себе с обычной улицы, они себе сделали парковку, они перекрыли ее шлагбаумами и паркуют там свои автомобили как хотят. И люди там проехать просто не могут, то есть обычные. Старые гаишники, которые были на тот момент, на наши вызовы, собственно, не реагировали. Если и реагировали, приезжали и их начальство оттуда выгоняло. Полиция новая сейчас не подчиняется старым милиционерам. Поэтому, собственно, мы, ну, не то что с помощью их, но мы как раз, это у нас была проверка, как полиция будет работать вот в этом месте. Да? Сможет ли она, допустим, штрафовать тех же милиционеров, которые там нарушают правила дорожного движения. Мы их туда вызвали, они приехали. Даже собирались там одну из машин на штрафплощадку увозить, которая стояла поперек зебры. Давай сделаем небольшую поправку, да. Извиняюсь. По вызову, по первому вызывать пришлось два раза. Слава правильно говорит, что новые полицейские не подчиняются МВД, но 102 подчиняются. Соответственно, когда мы первый раз 102 вызвали, у нас вызов вроде бы как приняли. Через примерно минут 25, когда мы поняли, что уже никто не приедет, позвонили еще раз, выяснилось, что первого вызова таки не было. И патрульная полиция приехала уже только со второго раза. То есть патрульные, да, молодцы, но чтобы их вызвать, надо звонить еще в структуру, которая подчиняется старой МВД. То есть они понимали, что приеду сейчас к их зданию, и как бы этого не хотели, видать. Пытались избежать, да, этой акции. Ну, они приехали, да, и начали штрафовать, выписывать протоколы. Мы им показали вот эти шлагбаумы, там с забором перекрыта одна из полос для движения. Мы это все показали, они написали рапорта. Ну, сказали, что будут разбираться дальше, то есть, возможно, это все, конечно, уберут. Но там мы, скажем так, приехали еще раз туда, но уже на следующий день, чтобы закрепить то, что было. Да? Опять вызвали патрульную полицию, потому что там опять стояли сотрудники полиции теперь уже, да, то есть бывшие милиционеры, они опять стояли, нарушали правила дорожного движения. Собственно, в частности, там и парковались неправильно, и все. Вот. И они приехали, тоже там начали писать один протокол на одного, и мы случайно заметили, скажем так, что за ночь появились новые дорожные знаки, которых не было. И эти новые дорожные знаки уже как бы там разрешали в определенном месте парковать. Парковку. Да. Собственно, нас это удивило, потому что мы знаем, что процедура сама по себе установки там новых знаков или снятия, то есть это организация дорожного движения переделывается. То есть это надо разрешение у одной структуры, у второй, у третьей, там, вызвать коммунальщиков, чтобы они приехали. То есть это, ну, не один день делается, это минимум неделя, ну, две. Здесь это сделали за ночь.
То есть мы опять вызвали полицейских, мы показали, что появились какие-то новые знаки, которых, собственно, он, скорее всего, незаконны. Они по этому поводу опять написали рапорта, ну и сказали, что они нам помогут, собственно, сделать эту улицу для всех людей, чтобы они там ездили. Ну, не могу не спросить, получается, новая полиция не подчиняется старой полиции, но, тем не менее, у старой полиции есть руководитель и в новой полиции есть руководитель. Вот насколько часто и приходится ли вам общаться с этими двумя руководителями и где больше взаимопонимания? Саш, ты объяснишь? Нет. Общались мы с господином Репешко, который руководитель областной полиции, собственно, который выходил к нам по поводу шлагбаумов. Он сказал четко, мы приведем все в соответствие с законом, нет, точнее, как он сказал, мы это узаконим. То есть он не хочет возвращать улицу городу, он ссылается на то, что это поставили задолго до него. Это действительно так? Да, это действительно так, никто этого не отрицает, но, кстати, при его предшественнике эти шлагбаумы всегда были открыты. То есть горожане могли пользоваться этой улицей. Господину Репешко, видимо, понравилась такая подобная изоляция, и шлагбаумы стали закрываться. И при нашей беседе, собственно, при пресс-секретаре, при их, при камерах, он не постеснялся знать, что он это будет узаканивать. Ну, я бы вас поправил, Александр. Я как не только журналист, а и в прошлом сотрудник правоохранительных органов, да, который проработал на улице 20А, без малого 16,5 лет, скажу, что шлагбаум достаточно часто закрыт был, поэтому здесь не проблема господина Репешко. Но все-таки на сегодняшний момент мы наблюдаем, что шлагбаумы открыты. Нет, тут... и движение идет в одну и в другую сторону. Нет, нет, шлагбаумы нет. Закрыты. Тут просто о чем говорил Александр, что как бы пан Репешко, он не захотел вернуть эту улицу горожанам. Он говорил о том, что если вдруг окажется, что там что-то неправильно, да, вот эти шлагбаумы, то они это узаконят. То есть они сделают наоборот, они ее такие сделают, что ее можно перекрывать. Ну, собственно, мы считаем это неправильным. Вот. И он, мы когда с ним общались, у него был такой посыл, что сейчас же все открыто, ездите, да. Мы туда приехали потом через 4 дня, и я снял видео, у нас там есть на нашем канале, где его обещание, что все будет по закону, что как бы вот же открыто ездите, и в тот момент, когда я приехал, этот шлагбаум был закрытый, и вот это, под его слова в видео этот шлагбаум открывается, закрывается. Ну, то есть, ну, будем надеяться, цена слов, да, то есть будем начальника. Надеяться, что улица Красная таки рано или поздно уже будет открыта для всех участников дорожного движения. Давайте поговорим еще о вопиющих случаях, которые, собственно говоря, вы не просто всковырнули, но и есть определенные результаты. Пока в общем, или у нас там есть еще соседнее здание, там, где мы вот тоже были. Вот, об этом и идет здание. Речь. Я хотел просто к чему сказать, что по большому счету уколоть полицейских это сейчас очень просто. Вот хотелось бы направить подразделение ЗОВа на более таких мажорных товарищей в правоохранительной системе. Это суды, прокуратуры, ну и в конце концов соседи, да, по зданию... Нащадки Дзержинского, вот как вы по этому поводу отреагируете? Мы не можем, скажем так, быть сразу везде, да, то есть поэтому мы начали там рядышком, да, и пошли на соседнюю улицу, где стоит, собственно, здание СБУ. Это, собственно, областной СБУ, да, насколько я понимаю. Вот. И там у них тоже есть конструктивно выделенный парковочный карман вдоль дороги. То есть это явно место для парковки автотранспорта. Но они там поставили знак, запрещающий остановку, собственно, и стоянку тоже. И повесили табличку, что кроме сотрудников СБУ. Таких табличек в правилах дорожного движения не существует. И получается, все, кто стоял под этим знаком в этом парковочном кармане, они все нарушали правила дорожного движения. Ну, собственно, мы туда опять вызвали патрульную полицию. Они сходили в само здание, там, разузнать, как так все получилось. К нам вышел первый заместитель. Я честно, фамилию. Симонов, по-моему, да, то есть он к нам вышел, рассказал, что сотрудники полиции до него донесли информацию, что вот эта табличка действительно, то есть она таки как бы неправильная, то есть она незаконная, сама табличка. И он пообещал, что они как бы рассмотрят этот вопрос тоже. И попытаются узаконить. Скажем так, чуть-чуть оно было не так, но говорит, мы разберемся, мы посмотрим, если что, мы ее снимем. Мы ему, кстати, сделали просто обычное предложение. Этот знак, который запрещает там
остановку и стоянку даже, да, и парковку, собственно, убрать полностью, повесить там просто обычный знак «парковка», чтобы туда могли не только сотрудники СБУ вставать на эту парковку, а и обычные жители, которые могут принести заявление в СБУ, допустим, или там. И с парковками приехать. Понятно, давайте двигаться дальше. Вот возвращаемся опять все-таки к вопросу руководства полиции. Больше вы раздражаете их или все-таки уже какие-то поступили предложения конструктивные, а возможно даже об устройстве на работу? Что скажете? Скажем, больше конструктивных предложений, наверное, поступает от низов. Как вот та ситуация, когда низы хотят, верхи не могут или наоборот. С руководством пытались общаться по поводу той же тонировки на патрульных автомобилях, по поводу тех же мигалок, маячков, которые бурлил Facebook долго. С руководством пока... не сильно, скажем, получается коммуницировать. А вот патрульные, рядовые, есть такие, которые сами выходят на контакт, сами нас находят, задают вопросы. С кем сталкиваемся, тоже общаемся. Не могу не спросить. Есть же возможность сравнить старые полицейские, точнее еще сотрудники милиции, и вот новые молодые ребята. Да, наверное, нет опыта, наверное, знаний нет, но элемент вежливости. Что еще появилось? Сравнивать в принципе нельзя. Как тоже был один из диалогов у нас, когда пытались сравнить новых патрульных с одним из бывших гаишников. У человека прозвучал аргумент, что даже как самый глупый гаишник умнее, чем самый умный полицейский. Они их мало учили. Но есть очень важный аргумент, они все тут тысячи человек, они за свой месяц взяли, думаю, в разы меньше, чем самый честный гаишник за один день. Но все-таки взяли, то если, есть вы... Если взяли. Если взяли, это предположение. С кем мы действительно общаемся, видно, что люди пришли, глаза горят, они вежливо, неприятные в общении. Видно, что они не пытаются увильнуть от своих обязанностей, как бывшие гаишники. Они не пытаются хамить, они не пытаются унижать, они не пытаются вымогать деньги. Это то, что видим мы. По слухам, да, какие-то слухи есть всегда, такое, они ничем не подтверждены. Это пока только слухи. Вячеслав, вопрос к тебе. Ты действительно сейчас служишь, находишься в зоне АТО, если и краткосрочный отпуск у тебя, ощущения там и здесь, насколько изменилась гражданка за без малого год, как ты находишься на буремном Донбассе? Единственное, как и я увидел изменения, это то, что появилась вот эта новая патрульная полиция. Все остальное осталось по-старому. То есть, после выборов там и мэра, и не мэра, и кого-то там такое не выбирали, была куча обещаний, но я пока ничего не вижу, там только какие-то киоски сносить, что-то начали, но их там сносят и ставят при каждой смене власти. То есть у них это как визитная карточка новых, что мы начнем их убирать, но они почему-то убираются, а в другом месте сразу появляются. То есть это, скажем так, не совсем наша, да, там, направленность. По нашей, собственно, это изменение, это появление самой патрульной самой полиции. Да. Как таковой? Я считаю это положительным фактом, и, собственно, изменения есть, да. То есть есть, опять-таки, да, как мы говорим, там, некие замечания, но их, я думаю, можно учить, пока они, как говорят, молодые мальчики, да, там, то есть их, будем говорить, так, скажем так, некий пластилин, из которого можно сделать красивую... наверное, не игрушку, а что-нибудь. То есть нечто задача красивое. Задача немножко другая, нежели игрушка. Пока можно что-то из них лепить, то есть они, в принципе, к нам прислушиваются. Да? То есть, когда мы общаемся, у нас есть некий обмен опытом, скажем так. Они говорят, как они там где-то что-то делали. Мы говорим, как это может быть правильно или неправильно. Обмен опытом – это здорово. Последний вопрос. Некоторые пользователи Facebook говорят, ЗОВ – это здорово, они ваши симпатики. Некоторые говорят, что это провокаторы, которые сам ничего не умеют, которые, кроме как сделать скандал на ровном месте, ни на что не способны. Есть и такая категория людей. Кто-то говорит, что поясник ненавидит полицию вообще, в априори. То есть, независимо от того, это современная полиция или те, кто сейчас называются полицией, но еще не прошли аттестацию. Хотелось бы все-таки в конце нашего общения услышать отношение господина Поясника к современной украинской полиции. Да и нет. К новым пока положительно. Опять-таки есть слово пока. Да, то есть перед словом положительно.
есть. По поводу скандалов, я вам, мне такие вопрос не раз задавали. И, типа, он только умеет, да, то есть ума много не надо, чтобы поскандалить. По большому счету, мы работаем, ну, в большей своей степени на скандалах. Увы, так получается, что после некого скандала что-то начинает меняться. Если скандала нет, то это никогда не изменится. Поэтому так уж получается, да, что нам для того, чтобы что-то изменить к лучшему, надо об этом рассказать и рассказать это громко, скажем так, то есть немного поскандалить, чтобы все это услышали. И тогда все начинают делать то, что и должны были сделать до этого. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Я зрозумів, що скандал не для того, аби був скандал, а для остаточного результату і позитивного результату. Для змінення міра к лучшому. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу були представники відомого громадського руху «Зов закону» В'ячеслав Поїзник і Олександр Слободянюк.